Образы святых воинов занимали особое место в русском искусстве. Их изображали на фресках и иконах, в нагрудных образках, на оружии и в лицевом шитье, использовавшемся только в богослужебных целях. Выставка «Защитники земли русской», рассказывающая о святых воинах в русском искусстве, начала работу в выставочном зале Щелковского историко-художественного музея в ДК имени Чкалова. Здесь представлены произведения из фондов Щелковского историко-художественного музея, храмов Щелковского церковного округа и частных коллекций, в том числе иконы, созданные современными художниками-иконописцами, такими как священник Иоанн, матушка Екатерина Коваленко, Алла Архипова и другими. Мы очень хорошо знаем свои фонды. И плюс, наверное, еще отзывчивость художников, в частности, Сергея Сережина, скульптора, чьи работы здесь представлены, и Игоря Кривого, художника Щелковского. Здесь его тоже есть две работы. И наше плодотворное сотрудничество с Щелковским благочинием. В экспозиции представлены скульптурные работы заслуженного художника, члена Творческого союза художников России Юрия Золоти и члена-корреспондента Российской академии художеств, члена Московского союза художников Сергея Сережина. Их творчество знакомо жителям Щелково по композиции «Время» на набережной Серафима Саровского и памятнику царевичу Алексею перед Троицким собором. Мы собрали вместе очень разные работы. Здесь и работы иконописцев, это иконы из личных коллекций, и из храмов. И также мы видим живопись или художников, или тех же живопись иконописцев. И такая актуальная тема – защитники земли русской. Причем она сосредоточена не на каком-то отдельном историческом периоде. Да, мы как бы обозреваем, что ли, осмысляем всю историю, которая у нас на Руси была непростой. Отдельная часть экспозиции посвящена предметам декоративно-прикладного искусства, расписным пасхальным яйцам. Выставка продлится до 18 мая. Вход свободный. Евгения Корытько, Владислав Реус, Щелковское телевидение.